В Щелкове бизнес-центре «Капитал» открывается диализный центр – частное медицинское учреждение, которое будет оказывать государственную услугу своим пациентам, больным с почечной недостаточностью. Это действительно событие, значение которого сложно переоценить. На открытие прибыли руководители района и города, все причастные к появлению в Щелкове этого центра диализа и, конечно, пациенты. Сегодня эта процедура пришла в их дом. Им построили замечательный новый современный центр, оборудованный по последнему слову техники, оборудованием расходными материалами компании «Вибрао Навитум», одного из мировых лидеров в области гемодиализа. Напомним, гемодиализ – процедура, позволяющая продлить жизнь пациентам, у которых отказали почки. При помощи аппарата искусственная почка кровь очищается от токсинов и излишков жидкости. Без операции по пересадке органа процедуру гемодиализа необходимо проходить амбулаторно 3 раза в неделю. Надо сказать, она весьма дорогостоящая и проводится за счет государства. Тем не менее, в России обеспеченность диализом существенно отстает от европейских стран. Ситуация начала меняться с запуском на рынок медицинских услуг частных инвесторов. И только благодаря развитию государственно-частного партнерства и участию в этом процессе ведущих производителей оборудования для диализа, ведущих специалистов из Европы, мы имеем возможность обеспечить, по крайней мере в Московской области, всех нуждающихся больных. Центр «Нефромед» в Щелкове стал 42-м на территории Московской области. В ремонт и оснащение компания вложила более 1 000 000 евро. Эти расходы не лягут на бюджет, расходы будут компенсироваться за счет тарифа на гемодиализ, который для нашего центра, как и для других частных центров, ничем не отличается от муниципальных тарифов. Давайте. Здесь имеется 14 диализных мест, при трехсменной работе это 86 человек. Если будет потребность, можно увеличивать до 4-сменной. В ближайшее время планируется перевод 40 пациентов. Насколько я знаю, 62 пациента из Щелковского района ездят в другие центры. Современный центр диализа в Щелкове повысит не только качество лечения пациентов, но и качество жизни. Им больше не нужно ездить по пробкам в Мытищи и другие города для получения жизненно необходимой процедуры. Эти переезды – лишняя нагрузка на организм, отнимающая время и силы. Действительно, центр очень хороший, красивый, удобный. Телевизоры, раздевалки, комната приема пищи. То есть все предусмотрено и все удобно. Я, например, очень этому рада, потому что я вообще близко живу. Мне даже и транспорт, в принципе, не нужен. Администрация Щелковского района поддержала открытие диализного центра «Нефромед». Как отметил Алексей Валов, разные инвесторы высказывали намерения, но ни один проект не был реализован. В том числе до сих пор не достроено здание на улице Краснознаменской, заложенное под эти цели больше 2 лет назад. Мы увидели, что там идет, попросту говоря, пробуксовка запуска этого проекта. А процедура была крайне востребована на территории Щелковского района. Пришли, наверное, месяца полтора-два назад другие сказали: вы не будете против, говорят, только за. Для меня вот здоровая конкуренция в плане оказания качественных медицинских услуг приведет к понижению стоимости, в том числе, этих услуг. Поэтому вот мы дали добро на то, чтобы открылся диализный центр. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».